4 утра 31 декабря – отличное время для поездки на велосипеде. Мы выдвигаемся из отеля в Германии в сторону Голландии, откуда мы поедем в Бельгию на Новый год. Мы проехали 15 километров до голландского города Энсхеде, и сейчас ищем автобус, чтобы уехать в Брюссель. Осталось 15 минут, и мы все еще не знаем, где он останавливается. Велосипеды мы решили оставить на велопарковке. Вот у нас здесь такая двухъярусная. На обратном пути мы тоже приедем сюда, и сядем на велосипеды и поедем домой. Мы идем в отель, закинуть туда шмотки, зачекиниться, купить еды на вечер и поедем в центр. Два билетика, 4.20. Мы поспали 3 часа, и теперь мы едем в город уже около 8:30. Я не знаю, что там будет на площади. В Бельгии 10 часов вечера, в Беларуси уже Новый год отзвенел. Куранты уже отбили свои 12 раз, родители уже поздравили, пора отметить белорусский Новый год. Новый год наступил, все отлично, все счастливы.
центральной площади в Брюсселе. Площадь очень крутая, очень разнообразная архитектура. Вокруг все здания, каждое по-своему классное. Даже какое-то золото на зданиях не выглядит пошло в этом случае. Главная достопримечательность Брюсселя. Мы гуляем по городу уже второй день, и он не перестает нас удивлять. За каждым углом появляется что-нибудь новое. Вышли на другую улицу и увидели колесо обозрения и целый парк аттракционов в городе. Дальше была карусель, какие-то ансамбли, концерты. Колесо обозрения высотой 60 метров. Его просто собрали в центре Брюсселя. Тут так офигенно! Атомиум, пожалуй, главная достопримечательность современности в Брюсселе. Из особенностей метро можно выделить то, что здесь везде играет музыка. Между станциями все раскрашено граффити, даже внутри, в подземке. Я не знаю, как туда попадают бесстрашные люди, эти брюссельцы. И оформление станции абсолютно разное. И кое-где выполнено в стиле поп-арт, кое-где-то старые станции просто нетронутые, они построены очень давно. Хотелось бы подвести небольшой итог нашей поездки в Брюссель. Я постараюсь уместить все свое изложение в одну минуту. И давайте назовем это рецензия за 60 секунд. Брюссель – большой город, центр его намного больше, чем кажется на первый взгляд. После того, как мы обошли площадь, прилегающие улицы,
Мы думали, что мы уже увидели весь старый центр, и архитектура охвачена полностью, но когда мы решили прогуляться немного в другую сторону, мы поняли, что больших красивых зданий, церквей, костелов намного больше, чем кажется на первый взгляд. Очень многонациональный город, очень много людей из других стран, эмигрантов, и уже эмигрантов в третьем поколении. Город очень дорогой, если вы хотите пообедать, то готовьте сразу минимум 15 евро. Проезд в метро стоит 2,10, по-моему, 2 евро 10 центов. И вы можете купить себе проездной на весь день, это будет стоить 7,5 евро, либо каждый раз оплачивать поездку заново. Бельгийский шоколад очень вкусный, картошка фри, это вообще, говорят, местное изобретение, тоже очень классное, с разными соусами. Вафли тоже очень вкусные, есть различные начинки со сливками, фруктами, шоколадом, карамелью, с чем угодно. И это далеко не все, что можно сказать о Брюсселе. Если вы хотите узнать немного больше, вам нужно все просто приехать. Посещение этого города оставило очень положительные впечатления, и если меня спросят, хочешь ли приехать сюда еще раз, я скажу, конечно же, да.